16-летний житель Осиповичского района, будучи в гостях у приятеля, совершил угон автомобиля, принадлежащего одному из находившихся там гостей. Улучив момент, он незаметно взял ключи от машины и решил покататься по району. Однако, не имея ни прав, ни навыков вождения, подросток, не справившись с управлением, съехал в кювет. В аварии он не пострадал, поэтому, бросив машину, отправился обратно пешком. Проезжавшие водители сообщили о ДТП в ГАИ и вскоре его виновника задержали. При разбирательстве выяснилось, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту угона следователями возбуждено уголовное дело.